Только не понимаете. Мы вот так только что с гостем разговаривали про инструмент, один очень необычный. Ну, для меня необычный, я так скажу. Для гостя это очень даже привычный. Но про приметы мы сегодня разговариваем. Вообще эфир посвящен приметам. И вот погоду в древности не только прогнозировали, но даже были специальные ритуалы для того, чтобы, например, вызвать дождь. И сегодня мы не будем, конечно, вызывать дождь к радости дорожных служб, но порадуем, возможно, их снегом. У нас в студии очень интересный, оригинальный, необычный гость, исполнитель горлового пения Тюрген Кам. Вот так. Доброе утро. Ну, можно сказать, давний друг нашей программы. Здравствуйте. А можно ли действительно с помощью варгана вызвать какой-то, ну, теоретически, используют ли его какие-то народы для вызова вот каких-то стихийных явлений? А давайте для начала, ребята, я понимаю, что вы давно знакомы. Я не знаком с Тюргеном, извини. Что такое варган? Давай начнем с этого. Что такое варган? Хамус – это тот инструмент, который помогает людям, например, если он, например, занимается эзотерикой, шаманизмом, магией. Там. Он помогает ему войти в транс и таким образом связываться с духами, например, неба или земли. Вы сказали, как называется? По-русски это называется инструмент варган. А вы его назвали? Хомус. 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 По-израильски? Нет, это хомус, вообще название принято у якутов. У алтайцев, например, называют камус. Там, у украинцев его называют там дрымба, у белорусов там дромба. То есть у всех, практически у всех есть этот инструмент. Вы говорите, связываться с духами неба, что у них просить обычно принято? Ну, если уж говорить о погоде, тем более о зиме, вот было очень мало снега, и может быть где-нибудь, в каких-нибудь горах, подальше от людей, человек играл на хомусе и просил Бога неба, чтобы он послал, там, например, на землю снег. Закончился снег уже, вот прям вот сейчас он не идет, а хочется большого урожая, много снега. Сможете сейчас как-то вот организоваться и немножко вызвать? Вы знаете, нет. Во-первых, если бы я мог бы это сделать, то однозначно это на показ никогда не делают, и этим как бы не гордятся и не хвастаются. Поэтому лучше. Хорошо, давайте не будем называть это ритуалом вызывания снега, а поиграть мастер-классом. Да. Я могу вам исполнить мелодию, ее очень часто используют, когда призывают либо там хорошую погоду, либо наоборот провожают эту погоду. Провожать же мы не будем. Ну, это понятно. Но... Давайте лучше призовем. Давайте попробуем призовем, но только назовем это условно просто мелодией для того, чтобы показать. Договорились. Смысл в этом заключается в том, что исполнитель играет и одновременно связками или еще горлом или диафрагмой может там подражать пению птиц, зверей, животных, как бы зимний лес. Да? Хорошо. У нас елка чуть инеем не покрылась от вашего ритуала. Да? Разве? Да. А вон. Но вы с собой принесли еще инструменты, да? Да. У вас целый чемоданчик. А они там как-то по размерам почему-то отличаются? Я смотрю, вот просто. Здесь инструменты разных тональностей. То есть, если я, например, исполняю музыку там в ре, значит, я беру хомус тональности ре. А что это у нас было за тональность сейчас? Это было ми, оно самое часто используемое для того, чтобы подражать пению птиц, там, коней, лошадей. Ну, я не буду здесь концерт делать, это слишком долго. То есть, он самый удобный инструмент вот в этом деле. А где делают эти инструменты, как это все
есть какие-то там лучшие инструменты, которые делают там в Швейцарии, есть какие-то не очень, которые делают где-то. Где лучшие? Ну, вообще считается самым лучшим изобретением этих инструментов, мастерами этих инструментов являются якуты. А, якутские хамусы, они делаются действительно как-то по-особенному, потому что когда я играл на разных инструментах разных народов, они со мной звучат, ну, как-то тихо, может быть, нету каких-то там тонкостей звучания. Ну, это, думаю, услышит только музыкант. Якуты же превзошли все, что я мог вообще услышать. И когда я играю на этом инструменте, он действительно он громкий, сильный, дает мягкий звук, когда это надо, и помогает, например, играть даже без рук. Потому что язычки, они как-то хитроумно так делают, что можно без рук играть даже на этом инструменте. Тюрген кам. Мне кажется, я немножко даже в такой транс впала, пока вас слушала. От беседы? Пока слушала игру на инструменте. Спасибо большое. А у нас в гостях был исполнитель горлового пения Тюрген кам. Ну а продолжит программу «Наше утро» рубрика «День в истории». Узнаем, чем запомнилось 12 декабря.